Привет, баба Вера, опять сегодня с вами. И снова мы будем что смотреть? Мы будем реакцию делать на клип. А сегодня мне тут один подписчик пишет: вы некоторых там делаете реакции уже по несколько раз, а некоторых вообще не смотрите, делаете каких-то недоблогеров, а хороших пропускаете. Короче, ну в таком духе. Я не читаю точно его. Короче, он попросил просмотреть Кристиана Костова. Кристиан Костов. Ну вот его Лурикс видео нашла, последнее. Называется, короче, Better. Ну, кинула в это лучшие. О, вроде в перевод. Как могу, ребята. Ну что, давайте послушаем. Поехали. И шо? И тишина? Нет. So many times, but it never crossed my mind. You do this, didn't see the warning signs. Cause I look for good inside, so stupid. Lately, I ain't making no friends. Probably cause I'm skeptical, I'll get hurt. Thinking it will happen again. I don't wanna be this way. Does it ever get better? Cause I wanna feel. Get over it, but I'm stuck in negative. Can't help it, trying hard to shake it off. Cause I miss my happy thoughts. You sure got me lost. Lately, I ain't making no friends. Probably cause I'm skeptical. I'll get hurt. Thinking it will happen again. Usually I'm not this better, no. It's just hard to trust somebody. I don't wanna be this way. Does it ever get better? Cause I wanna feel better than I do. Раньше слушали, растет, меняется, познает что-то новое. Очень интересно вот за этим всем процессом наблюдать. Вы знаете, вот начинаешь, как вроде только появился, а потом как он меняется со временем. Очень интересно. Ну а голос, что тут можно говорить? Вот дал Бог голос, а меня обидел. Мне не дал голос, а чё? Ну, что делать? Он поет поэтому, а я делаю реакции. Обидел Бог.
Но послушала с удовольствием, с удовольствием. Хоть и пишете, что я не до блогеров больше слушаю и смотрю. Ну и это хорошие голоса. О, очень-очень мне нравится. Я люблю и хорошие песни, и хорошие голоса слушать. И вообще. Не думайте, что я только вот реакции делаю. Очень много, конечно, времени занимает. Но и так музыка звучит постоянно. О, хочется слушать. А это вот так вот послушала, такая мощная, эмоциональная. Ну, мне вообще его песни вот нравятся, его музыка, его песни, очень интересно. Я ценю и уважаю его за этот труд. У него классно получается, я с удовольствием смотрю и слушаю. Так что, пока, до новых встреч. Не забудьте тоже, надо на бабушку подписываться, лайкать, нажимать на колокольчик. Я жду. Баба Вера, 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 баба.